Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мир Поделок с Олей Лигус. Сегодня я покажу вам, как сделать цветок лотоса в технике канзаши. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для создания цветка вам понадобится атласная лента шириной 5 см. Цветовое решение зависит от вашей фантазии. Я выбрала школьную тематику. Для этого я нарезаю ленту на квадраты при помощи терморезки. Для создания большого цветка вам понадобится 12 отрезков черной ленты и 24 штуки белых. Начинаем формировать лепесток нашего цветка. Складываем отрезок ленты в треугольник лицевой стороной вовнутрь. Зажимая пинцетом, острая его часть должна строго смотреть в угол треугольника. Далее заворачиваем пинцет уголками лент, вынимаем его и снова зажимаем лепесток. Снова проделываем то же самое, добившись того, чтобы все слои лент были на одной линии. Далее к фетровой основе диаметром 5 см приклеиваем резинку. При помощи термоклея приклеиваем лепестки к основе, формируя цветок лотоса.
центр цветка украсим тычинками. Вот и все, дорогие друзья, цветок готов. Кому понравился мастер-класс, ставьте лайк. У кого возникнут вопросы, задавайте их в комментариях. Спасибо за внимание, творческих всем успехов!